Весна пришла. Всем привет на другой жизни. Наконец-то приехали открывать сезон. В итоге так зимой и не копали. Было много дел. Да и, честно говоря, что-то вот за годы копа мы особо, как бы, ну, сами знаете, особо не шурфим. Ходить по лесу, по сугробам, ну, честно говоря, что-то мы находились. В этом году просто было неохота, если честно. Вот. Ждали весны. Да тем более, поменялось же все. Как бы ищем-то более старые вещи. И все в лесу, все, сами понимаете. Короче, в Подмосковье. 1 апреля. Никому не веря. Мне веря, мы приехали. Короче говоря, Подмосковье. Проекты вот на начало этого сезона, естественно, у нас два. Первый проект, это где мы нашли Инкалпион, вот это поселение, пробивать все, ну, как бы уже понаставили, естественно, за зиму мест, где посмотреть можно, пробивать эту округу, то есть, может быть, что-то еще, то есть, поиск поселух в Подмосковье здесь, вот в этом районе. Ну, и второй монастырь Ярославской области. Вот, туда мы, я надеюсь, если все получится, поедем где-то через неделю. Там снега больше гораздо. Здесь, смотрите, вот за моей спиной сейчас снег практически нет. И то сегодня ночью шел снег. То есть сильно, ну как, нормально так, он мокрый, но он шел. Вот. А в Ярославле я был неделю назад. Там, ну короче, аж по самой булке. О, пока нереально лес. Но ждем, то есть, потому что там вот проект монастырь, там обязательно нужно проверить поле, которое было заросшее, невозможно ходить. Вот сейчас как раз самое время, потому что буквально там середина мая будет уже трава, уже там делать будет нечего. Вот. Ну а сейчас отправляемся в лес. Здесь доехали по этой дороге. Ну и пойдем сейчас через лес на поставленные нами точки. Серег с нами. Сегодня втроем. Будем начинать сезон. Пойдемте погуляем. Вперед. Короче говоря, идем через лес. Сейчас волос собачий сниму. Фу. Вчера снежок дает о себе знать, знаете. Насквозь все. С елок всего же таять начало сегодня. Плюс. Хорошо, как в душе. Вот. У Сереги были какие-то тоже советы. Он куда-то умчал, не знаю. У меня первый дельный сигнал. Не по нашей теме, но все равно пока идем. Еще до холмика до первого не дошли. Тяжело еще. Даже сугробы есть. Сейчас покажу. Ну, такая находочка. Совет. Но белончик серебряный. 28-й год. Очистится, отмоется и будет бомба. Ха-ха. Ну, хорошо. Фусь, уже не зря. Хотя не за этим приехали. Ладно, движем туда. Нам еще где-то надо, ну, хрен знает, метров 500 надо идти. Может, чуть поменьше. Смотрите, друзья, красота какая. Шли и вышли на такую вот вырубку. Кстати говоря, аккуратней, клещи уже есть. 1 апреля. Торчат вовсю. На краешке сигнал. 5 серебро. Деталь какой-то, то ли брошки, то ли что-то типа брошки, того. Брошки. Стопудово это была брошка. Такая фитюлька. Иголочка, естественно. Ладно. Пойдет в банку с ломом серебра. Так, Серега у нас пропал. Ну это. Куда-то потерялся. Нам вот туда 800 метров. Вот, ну что, блин, как же прекрасно сейчас в лесу, вот на опушках, сейчас солнце вылезло, такой кайф, здесь прям вот хочется, да, на задницу сесть какую-нибудь, на кочку, ну, на эту, господи, аж язык заплетается, сидеть и балдеть, короче, кайф. Но мы идем в ельник. Мы идем в ельник, да. Миновали еще одну вырубку, да, клещ есть, не как в Ярославской области, конечно, но... Вот, и мы начнем, вот сейчас, короче, начинается вот холм. Летом здесь ходить, вы сами понимаете, здесь и сейчас бурелом, но сейчас трава лежит. Ну, средневековье нам все не дают, да, но хотя бы вот так, тонюсенький-то какой, ой, такой, и целый.
аккуратненько надо. Это поздний крестик с распятием. И на наоборот еще Богоматерь с молитвой. А, да, смотрите. Как бы, наверное, не советский. Я так думаю. Но это надо прям бережно и аккуратно его, прям, чтобы не поломать. Он, да, он медный. Ну, ладно. Нет, это дореволюционный, потому что Богоматерью, да. А, ну, может быть, да. Ладно, посмотрим. Если получится, фотографию вставлю, конечно. Ну, вот он... такой бурелом, сейчас вот мы через него идем. Его будет сложно. Чего? Вытащить его будет сложно. Слушай, ну какой есть такой, главное не сломать. Потому что мы столько их переломали в свое время. Да. Вот. Проверяем вот эти буреломчики. Больше вряд ли, конечно. Не-не. Дошли. Да, нашли поселухи. Больше ничего интересного не было. Железо копали, но намеков нет. Намеки есть на имперское железо, то есть имперские гвозди. Ну, видимо, какие-то дороги было, неинтересно. Серегу нашли здесь. Находки сейчас покажу. Сейчас присяду. Ой, пряжечка вот такая. Ну, это домонгла. Она цветная, она просто в окислах вся. Это вот старая, древняя. Ну и зачет он сделал сегодня сейчас. Достану. Как обычно, не потерять бы. Сейчас. Блин, одной рукой тяжело-то как. Блин. Раз. И вот такой зачетец. Это Дерхем, я так думаю. Я думаю, что до выхода ролика в свет мы узнаем, что это такое. Но похоже на Дерхем. Толстый очень. И крупный. И не побитый. Но спиленный по краям. Да нет, Люб, он не спиленный. Нет? Да нет. Ну вот я смотрю на него. Что здесь спилено? Вот. Ладно, пойдем покрутимся здесь. Есть еще одно место, которое мы должны проверить. Так что смотрим, не переключаемся. Выбрались по селухе, пошли смотреть следующий холм. Один вот спуск к оврагу, овраг, спуск к реке, вот этот вот. Но он пологий и в сугробы. Это уже прям к реке. Да. А еще один холм, который мы хотели посмотреть, он там за моей спиной, на той стороне. А! На той стороне реки, а мы, к сожалению, туда сейчас не перелезем, там вода, там запрудило все. А вот, ладно, еще время пока есть, сейчас будем придумывать, что делать. Находки, конечно, есть, сезон открыли, да, в общем-то, замечательно. Но не во все места можно попасть. Решил спуститься все-таки туда, к реке, посмотреть, что там. И как это все выглядит. Ух, как клопами-то пахнет, иду сейчас. Фу. А холм прямо на той стороне, с той стороны реки. Так, не шваркнуться бы здесь. Ё-моё. Скользко, сапоги зимние эти, Эва, они скользющие, а других не было с собой. Неподготовленные ни хрена, как обычно. Так, вот такая тут дорога. Вот такая дорога. Да, здесь внизу еще даже снега полно. Не слышу я, шумит речечка или нет. Блин, ну никто не ожидал, что сегодня прям Дерхемчик-то выскочит. Прям неожиданно. Ну, это как всегда неожиданно, чего удивляться. Вон ручей. У нас Любка еще вдобавок в берцах. Сапоги у нас все вывезены в Ярославль. Поэтому что-то шумит. Здесь понятно, что не как река Волга течет, но... Но-но-но. Посмотрим. Вот он, по-моему, этот холм, который мы смотрели. Вот он прям с правой стороны туда начинается. Ну да.
разлилась. Сейчас посмотрим, как. Здесь такие запруды. Ха, а здесь что, труба лежит, что ли? Или так промыло? Ребят, так здесь пройти можно спокойно. Вот такая красота. Промыло. И вот он, холм. Так, сейчас я вернусь обратно, и мы подумаем. Блин, как же хорошо в лесу, а? Вы бы только знали. Посовещавшись, мы все-таки решили залезть на этот холм. Вот сейчас я отсюда снимал снизу, вон там за, вот за этой запрудой, скажем так. Вот мы поднялись наверх, идем. Ну, понятно, железо есть, у Любы совет. Кстати, совет сегодня... Чего ты? Чего ты жжешь? Серег, какой ты год хотел? 27-й. Не угадал? 28-й. Да это понятно. Это ну у нас сегодня и серебрушка 28-го года, и ну, ранний, хорошо. Нет, для начала, для первого выхода. Да, жеканчик мы не снимали. А, ну да, нашли пульку. Вон, лежит. А пулька. Вот это вот что за крестик, блин, железный? Да фиг знает, то ли это от запчасти от какой-то. Да нет, это кричное железо, ну по нему видно. Ну, может быть, да. Вполне себе. Еще пару часов у нас есть, да, а потом нам надо шлепать до машины где-то километрик. Пока. Если мы сейчас поднимемся на холмик, то будет больше километрики, намного. Ну что ж теперь, уже ж залезли. Вон она где-то примерно, вон там вершинка. Вот, а здесь с правой стороны край реки. Сейчас здесь советик был где-то вот. Ну суть не в этом, поднимаемся по чуть-чуть наверх. Здесь боковая цифирь. Нашли... Зазоры, что ли, мерить? Наш, думаешь, этот, как его, щуп? Хрен его знает. Вот одна метка, вот вторая метка. Щуп для чего? Ну, дело в том, что щуп не может быть из меди или из этого. Она мягкая, она сточится сразу. Короче, нашли такую вот хренулину. Хренулина явно не современная. Ну, сейчас приближу. Вот. Популяр 11. Подсказывайте в комментариях, может кто знает. Вот. Или один, непонятно, короче говоря. Такая вот штука. Непонятно. Слушай, ну это в интернете забьем вот эту вот популяр один. Где? А, здесь дорога прям? А, ну отлично. Тогда только один вопрос. Как эти замечательные цветные сигналы здесь еще остались? Ну, как-то остались. Вот у меня чистая цветнина опять. Ну, такой себе. Проверяй, чё уж. Ты вспомни с инкалпионом на той стороне, как было. Ну, это да. Ага. Целый день ходили, ни хрена не было. А тут... Ага. Тут что угодно. Чистый цвет, но какой-то жбонистый. Давайте на камеру поснимаем сегодня. Как мы жбонь выкапываем. Да, пластиночка интересная. Посмотрим, ну, что... Конечно, что такие интересные штуки. Очень интересно, клещей мы нацепляли или нет? Вообще не смотримся. О, пищит. Пищит. А, ну вот, да, как накат какой-то идет. Где-то рядом. Пуговица, по-моему. Или пуля. Вот, что-то такое. Или монета. Ну, не монета точно. Что это такое вообще? Дай-ка я посмотрю. Держи эту штуку. Ага. Похоже на пуговицу. Похоже на пуговицу, но не современная. Нет. Или монетос это вообще? Да нет, это не монета. Скорее всего, пуговицы просто лысые, которые были. Вот да, такие. Лысые пуговицы, видимо, но по империи, скорее всего. Интересно. Так, ну что. Вот сейчас вот здесь туда и полезем наверх. Фонарь еще я взял. Домой обратно идти, ну, в смысле, к машинке. Держи, кинь себе потом. Да, вот этот. А, язычок. Да. Там. Может, на ней есть что, надо отмывать. Ну, тут такой сахар. Старенькая. Старый. Забрались мы на данный холм. Пока
походили так вот по кругу немножко, ничего не было. Копейка 68-го года, я даже расстроился. Вот у Любы уже что-то такое. Уга гиречка. Сейчас приближусь. Хорошо, хоть не гнилает. Сахарочек, да нет, хороший песочек. Тут что-то еще какой-то, как на солярный знак похоже, что-то в середине. Уже достаточно утрирован. Вот. Ну, вполне себе. Сейчас еще покрутимся. Не факт, что здесь не ничего торопись. Нет. Не торопись. Да. Здесь не факт, что ничего нет. Может быть, что-то похоже есть. Вот. Хотя холмик, кажется, замечательный сам. Холмик замечательный. Сам по себе. Да, от него и ждешь, собственно. Чего-то. Ну, вот, не жди ничего. Не ждешь, придет. Ладно. Чаек. Ну-с. Вылезли с холма. Ну и все, вечереет. Пошел дождь. Солнышка уже нету. Холод, пар. Еще вниз сейчас спускаемся к машине. Идем здесь где-то километра полтора в целом. Ну, уже половину прошли, сейчас уже дойдем. Вот, ну в целом я считаю, что нормально открылись-то. У каждого чего-то есть понемножечку. Снег, конечно, полно. Даже вот дорога, видите, снег лежит не растаявший. Там наверху лужи были, а здесь вообще замерзшее все почему-то. Река маш... А? Река. Ну река близко, да, низина. Сейчас дойдем до машины, покажем, что понаковыряли сегодня. Как всегда, в принципе. Ну что, друзья мои, подруги, дошли мы до машины. С непривычки, конечно, ноги устали. Любка еще подвернуть умудрилась на глине. Сейчас покажу, что наснимали. Ой, наснимали, накопали. Уже такие подуставшие. Пока доедем до дома, еще часа два, то и три. Еще неизвестно, какие пробочки. Сейчас покажу. У Сереги сейчас... Это всего мало. Мало, но хорошо. Ладно. Ну, для начала года. У нас советы. Крестик вот этот вот. Ну, это поздний, но десюнчик серебро. Серебро-серебро непонятное. Пуга-гелька. У Сереги, конечно, зачет дирхем. Дирхемчик. Да. Ну, и вот пряжечка. Пи... Пряжечка, кстати, цвет нет, но она вся жутко поросла. Надо будет ее помыть, очистить. Ну, ты ее закинь. Вот. Это не железо. Нет, это не железо. А у тебя еще советы какие-то по карману? А я их вообще, по-моему, куда-то это засунул. А, пластинка-то где? Пластинка, где она в этом рюкзаке. Ну, потом тогда. Вот. Ну, вот так вот сегодня наковыряли. Ну, открытие неплохое, открытие неплохое. Не, хорошо, дирхем все спас, ну и серебро. Ну, немножко грязно, судя по нам это видно. Да практически чистый. Ну, так. Я более чумазый. Любка вроде ничего. Главное, тоже. Главное, серебром. Серебром, а и начали серебра прям. И начали серебра, и птичек послушали, слушай, класс вообще. И птичек послушали. И журчание водички, и первых птичек. И клещей пощекотали, Любка даже сожгла. Да, серьезно? Да, по-моему. На вырубках сидят. А, вот. Ну, я-то по краю шел. Ручки кверху, как положено. Блин, капец. Один, знаешь, как сидел на палке? Вот так вот. Только аккуратно, и не три его, пожалуйста, ладно? Ладно. На улице, на уровне щеки. Сейчас. Клещ сидел. На травине. А что же рассказываешь, что они там сидят? Нет, травина высокая. Сухая травина вот высокая, вот где-то вот так вот. И сидит клещ. То есть он забрался. Это клещ Валера, который в гости зовет. Ну или Егорка. Может, Егорка. Так, сейчас. А еще мы задались вопросом, сколько же мы селух на самом деле прошли, пока вот дошли до нашей точки. Дофига. Явно несколько однодворок, это как минимум 2-3. Будем искать, как говорится. Ну, еще снег лежит местами, еще не везде снег, походить-то снег можно. Снег до хрена еще. Ну, как в лесах, вот где сырые места, там же да, дофига его. Да. Но в поля что-то совсем не хотелось. Не, поля нафиг. Мы лучше влез. Мало, но по делу. Как мы в лес, да. Вот. Так вот. Ладно, на этой нотке прощаемся. Да, всем спасибо. Всем пока.